Мне бы крылья, чтобы укрыть тебя. Мне бы вьюгу, чтоб убаюкала. Мне бы звезды, чтоб осветить твой путь. Мне увидеть сон твой когда-нибудь. Баю-баю-бай. Ветер, ветер, улетай. До самого утра я останусь до тебя. Мне бы небо черное показать. Мне бы волны, чтобы тебя укачать. Мне бы колыбельную тишину, точно корабли проплывают сны. Баю-баю-бай. Ветер, ветер, улетай. Привет, ребятки мои золотые. Так, у нас с нами песня, по-моему, называется «Колыбельная», из фильма «Дракон». Он дракон, ну или как-то так. В общем, мне она понравилась, я решил записать. Не знаю, понравится ли вам, но будем надеяться, что понравится, конечно. Итак, здесь 3,5 аккорда. Почему с половиной? Потому что аккорд D играется только в одной строчке. Можно его вообще не играть, никто не заметит. Итак, первый аккорд ЕМ. Второй лад первая струна, третий лад вторая. И четвертый лад третья струна. Аккорд С. Первый лад, третий лад. Первый лад. Первая струна, третий лад. И аккорд Г. Второй лад, первая и третья струна. Третий лад, вторая струна. Ну и наш половинный аккорд Д. Второй лад, четвертая, третья и вторая струна. Песню можно поделить на 3 части. Сначала мы играем элементарным проигрышем. Потом идет перебор посложнее. И потом идет легкий бой. Все легко. Итак, первые 4 строчки играются вот так. Зажимаем наш первый аккорд ЕМ. И играем. Вот так вот все просто. Играется 4-я, 3-я, 2-я, 1-я струна. 4-я, 3-я, 2-я, 1-я. Можно даже практически одновременно их сыграть. И мы поем. Мне бы крылья, чтобы укрыть тебя. Просто каждый аккорд мы играем этот проигрыш. И так играются эти 4 строчки. Можно украсить там
Просто, допустим, мизинцем, когда играется последний аккорд, Г в строчке, можно мизинцем зажать первую струну на третьем ладу. Ну и, допустим, вот так вот сыграть. Указательным пальцем. Ну, звучит вроде неплохо. А может и не играть. Вам виднее. Потом идет перебор на припеве. Так он звучит, плюс-минус. Так, зажимаем наш аккорд ЕМ. Играем четвертую первую струну. Потом 3, 2. И потом шлепаем. Это вместо первой струны мы шлепаем. А потом 1, 2, 3. Это все в один бой. Ой, в один перебор. Все, здесь он заканчивается. Потом по новой. Сжимаем аккорд С. Четвертое, первое одновременно. Три, два, шлеп. Один, два, три. Ну, аккорд Г проигрываем два раза. Так играется весь припев, наш первый. Потом переходим на бой. Так, чтобы скучно не было. Мы всегда будем что-нибудь менять. И мы здесь тоже меняем. Переходим на бой. Так он звучит. Как же он играется? Вниз, вниз, вверх, глушим. Потом вверх, вниз, вверх, глушим. И так снова. Потом переставляем аккорд С. Несложно, правда? Вниз, вниз, вверх, глушим, вверх, вниз. Вверх. Вот так вот. Вот так вот все это играется. И звучит, главное, как, а? Как звучит-то, а? Не то, что, блин, какая-то гитара. Здесь, ух. Ну вот и все. Вот. И сказки конец. А кто слушал? Молодец.